По замыслу учредителей, Международный день танца призван объединить все направления танца, стать поводом для чествования этой формы искусства и его способности преодолевать все политические, культурные и этнические барьеры, объединять людей, позволяя говорить на общем языке, языке танца. Надеюсь, что этот конкурс сплотит нашу молодежь, и надеюсь на то, что конкурс понравится и будет иметь свое продолжение. На сцене собрался весь цвет талантливой молодежи Дагестана со своими лучшими творческими номерами. Конкурс проводился в двух номинациях: национальный танец, в котором соревновались ансамбли «Мой Дагестан», «Вершины Кавказа», «Ритмы Кавказа», «Салам» и другие. Современный танец представляли команды «X-Lord», «Вершины Кавказа», «Poker Face». Концерт вели искрометные ведущие Казбек и Кирилл. Напряженное соревнование развернулось среди национальных ансамблей, но «Вершины Кавказа» с грузинским танцем сумели сегодня доказать свое превосходство. Зажигательный, вдохновенный, ритмичный танец коллектива X-Lord не остался незамеченным как среди судей, так и зрителей, а один из участников X-Lord'ов в импровизации сумел принести команде дополнительные баллы и доказать, что они являются лучшими в своей категории. Участникам были вручены кубки, дипломы, а также памятные призы. Самое главное, то, что мы выступили как один единый коллектив. То, что вот мы показали свой командный дух на сцене, это самое главное, я думаю. Поздравляем команду с победой. Желаем им дальнейших творческих успехов. Надеемся, что данные мероприятия станут доброй традицией.